24 мая в рамках мероприятий по празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» в Городецком районе прошел автопробег субъектов малого и среднего предпринимательства района, представителей Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, руководителей Городецкого района и города Заволжья. Старт автопробегу был дан в 10 часов в Заволжье у стела Сквера Победы. За непродолжительное время участники автопробега успели посетить несколько компаний города Заволжья. В частности, отель-клуб «Калипсо», где предпринимателям представили спа-центр, просторные и уютные номера и уникальную для города летнюю площадку. Далее участники пробега посетили кафе «Вернисаж», где смогли отведать славящиеся на весь город знаменитые пироги ООО «Висан» и осмотреть зал торжеств. После чего участников автопробега с радушием и свойственной Александру Лебедеву деловитостью приняли на одном из предприятий мебельного производства. Гостям показали цеха предприятия, выпускаемую продукцию, помещение инженерно-технического персонала. После чего Александр Лебедев ответил на интересующие гостей вопросы. Покинув территорию города Заволжья, автоколонна направилась на другой берег Волги, где гости посетили известную далеко за пределами Городецкого района компанию «Закрытое акционерное общество «Молоко». Гости продолжили знакомство с городецкими предпринимателями, посмотрев экспозицию музея городецкой золотной вышивки, где им рассказали об истории возникновения этого народного творчества на территории Городецкого района. Далее участники автопробега посетили небольшое производство домашней обуви ручного производства и с удивлением узнали, что фирма «Анфиса» в прямом смысле обувает почти всю Россию. Самой сладкой частью автопробега стало посещение фабрики «Городецкий пряник». Гости воочию смогли увидеть, как рождаются знаменитые городецкие пряники и узнать некоторые секреты кондитерского мастерства. Также участники пробега посетили фабрику «Городецкая роспись» с ее уникальной иконописной мастерской и ряд других предприятий. Ближе к обеду автоколонна добралась до набережной Революции, где в торжественной атмосфере к собравшимся с приветственным словом по случаю Дня российского предпринимательства обратились глава местного самоуправления Городецкого района Николай Поляков и исполняющий обязанности главы администрации Городецкого района Александр Кудряшов. Стоит отметить, что этот праздник российские предприниматели отмечают с 2007 года. В нашем городе впервые День российского предпринимательства отмечали в 2011 году. С тех пор этот праздник стал традиционным для нашего города. Хотел бы сказать, что район сильный, крепкий. И благодаря в том числе вас, и процент не меняется дохода в бюджет. Вот что мы не считаем, начиная с 96 года, все время 18, 19, 20, у нас район 20. Вот неплохо, наверное, это в основном из-за того, что есть льготы определенные, слава Богу. Поэтому я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Теперь я к нему тоже буду готовиться. Прежде чем мы присоединимся к добрым словам поздравления, просим вас вручить благодарности главы администрации Городецкого района за многолетнее конструктивное сотрудничество, большой вклад в социально-экономическое развитие Городецкого муниципального района и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства благодарностью главы администрации Городецкого муниципального района награждается общество с ограниченной ответственностью «Антей», директор Валентина Петровна Михайлова. Общество с ограниченной ответственностью «Антей» организовано в 2006 году. На сегодняшний день организация состоит из трех стационарных магазинов по продаже продовольственных и сопутствующих товаров. С «Антеем» работают около 250 поставщиков, с которыми заключены договора. «Антей» активно принимает участие в мероприятиях, проводимых на территории района, ярмарках, конкурсах, благотворительных мероприятиях. Благодарность главы администрации Городецкого муниципального района вручается обществу с ограниченной ответственностью «Апельсин». Директор Валерий Николаевич Черепанов. Общество с ограниченной ответственностью «Апельсин» организовано в 2006 году. Рекламное агентство «Апельсин» – это организация, которая занимается размещением и изготовлением наружной рекламы в городе Заволжье, Городце, на побережье Горьковского моря и Чкаловске. Всего на балансе у них в Городецком и Чкаловском районах находится более 50 собственных рекламных поверхностей. В этот день почетными грамотами награждались большое количество предпринимателей района. Звучало много добрых слов как с официальной трибуны, так и в неформальной обстановке. Предприниматели и промышленники района смогли пообщаться за дружественным столом, поделиться планами на будущее и обсудить проблемы с коллегами. Городской телеканал «Заволжье ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает представителям городецкой и заволжского бизнеса здоровья, терпения, удачи, креатива и новых свершений на благо жителей городецкого района.